Основной госпитальной базой на первом этапе у нас определена инфекционная больница. В настоящий момент под эти цели здесь развернуто 160 коек. При ухудшении эпидситуации разворачивается 360 коек плюс 45 коек общежития. Там же. Там же. Значит, департамент здравоохранения разработал 4 сценария разворачивания госпитальной базы в зависимости от эпидситуации. Значит, поэтому у нас разработан план от перепрофилирования 360 коек до 920. Значит, это там, в горизонтке? Нет, это вообще по городу.